И к другим темам. Третьи сутки без газа. Недовольные этим жители поселка Новых Ушет пришли к зданию ДАК «Газсервиса». Люди говорят, что вся проблема в крупной задолженности нескольких жильцов. В среду после обеда с 3 часов отключили микрорайонное дачное общество «Ветеран ГАЗ». Думали, какие-то аварийные, эти, наверное, там у них работы оставили вечером, вечером не подали. Абсолютно ничего не хотят, видят, даже выйти к руководству выйти не хочет. Они все в отъезде говорят. Вот здесь вот такая неразбериха. В свою очередь представители газовой службы, которые курируют поселок, от комментариев отказались. Отключения, которые в таких случаях должны быть точечными, распространились почти по всему району, затронув и исправных плательщиков. К решению проблемы подключились и активисты движения «Я помощник президента». На ее вопросы, почему целый микрорайон остался без газа в тот момент, когда существует такой механизм, если люди не уплачивают за свет или за газ, их можно отключить в индивидуальном порядке. А тут целый микрорайон отключен от подачи газа. Думаем, сегодня ближе к вечеру с ситуацией у нас получится разобраться и у людей будет газ.